Рэйчел готовится замуж, но вы не увидите ее в пышном платье среди сотен гостей. Эта девушка так называемая инди-невеста. Инди от слова «independent» – независимый. Инди-свадьбы набирают все большую популярность в США. Никаких клише и обязательств перед обществом. Все только так, как хочется самим молодоженам. Инди-невеста означает, что это свадьба независимой молодой женщины. Это явление появилось из-за краха в экономике. Он заставляет людей возвращаться к истокам, делает их более любящими, честными. Жизнь становится упрощенной. Ателье Шарин Митчелл находится на окраине центра Лос-Анджелеса. Самые разные модели платья, в том числе старинных, перешиваются здесь по желанию клиенток, чтобы полностью подчеркнуть их индивидуальность. Именно этого хотят инди-невесты. Выбор ткани обычно падает на шелк, атлас и шифон. В этом ателье платье для инди-невесты обходится в среднем в $1400. Многие девушки этого поколения смотрят на привычных невест и думают: «Я не хочу так, я не хочу всех этих шаблонов, к которым все так стремятся». Они не такие. Эта тенденция видна даже в нынешних технологиях. В наши дни мы все программируем сами. Эти девушки хотят, чтобы все шло отсюда, из сердца. Они не хотят, чтобы на них накладывали шаблоны. Все больше американцев также отходят от традиции пышных свадеб в церквях и отелях. К примеру, уже знакомая нам Рэйчел будет выходить замуж в калифорнийском поле под открытым небом, а после церемонии будут сельские танцы. В какой-то степени мы пересматриваем весь брачный опыт. У нас перед глазами опыт наших родителей. Часто их браки не были успешными, поэтому мы выбираем партнера позже. У нас другие приоритеты. Нам совсем не нужна большая свадебная вечеринка, а нужна совместная жизнь вдвоем. У Лейси тоже не будет пышной свадьбы. У нас будет свадьба на заднем дворе, потому что именно там строилась наша семья. Там все наши воспоминания. Там все олицетворяет нас. Это простота, никаких излишеств, никакого кружева, сумасшедшего декора, подарочных пакетов, атрибутики, вечеринок и фотокабинок. По словам специалистов по организации свадеб в США, современные молодые более тщательно исследуют сферу услуг и выбирают то, чего им действительно хочется, а не то, что принято. Наши жених и невеста прямо сейчас на Facebook смотрят отзывы. Они привыкли быть в тренде, и если вы хотите попасть в сферу их внимания, вам нужно держаться в топе соцсетей и получать отзывы от ваших женихов и невест, потому что они и есть ваша лучшая рекомендация. Среднестатистическая свадьба обходится американцам примерно в $27 000. Инди-свадьбы дешевле. Организуют такие часто через социальные сети. And the bus line in the back. It all works.